Эсминец США Джон Маккейн своим ходом добрался до американской базы Ченги в Сингапуре, несмотря на большую пробоину в корпусе. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США. Боевой корабль столкнулся с танкером. В результате аварии пострадали 5 моряков, 10 считаются пропавшими без вести. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что переживает и молится за военных.